Депутат городской думы Бийска Евгений Корчагин объявил бессрочную голодовку и живет в палатке в центре Наукограда. Акция протеста связана с проблемами здравоохранения. Одно из требований – отправить в отставку министра здравоохранения правительства Алтайского края Татьяну Долгову. Долгову сегодня нужно отправлять в отставку. И если сегодня Виктор Петрович Томенко создаст опять вот этот ореол, когда все хорошо, как это было при Каролине, то мы будем видеть еще хуже ситуацию, чем это было при Каролине. Именно сейчас формируется новый кабинет министров правительства края, а Долгова, по мнению Корчагина, представитель старого управленческого аппарата. Конкретные кандидатуры на ее пост депутат не предлагает, а лишь желает обратить внимание краевой власти на проблемы бийчан. В частности, на то, чтобы в инфекционном отделении центральной горбольницы немедленно сделали ремонт. Палатку голодающий депутат разбил на газоне напротив входа в мэрию Бийска. Однопартийцы, по словам Корчагина, его поддерживают, но устанавливать палатки рядом не спешат.